Молодец, Андрюша. Да, все планирую. Что нужно мужчине, чтобы судить старость? Хорошую или любую плохую? Да. Никогда не бывает один, хуй всегда сам себе господин. Хуй никогда не бывает один, хуй всегда сам себе господин. А пизда, ну что она, пизда. Бывает один, хуй всегда сам себе господин. Хуй никогда не бывает один, хуй всегда сам себе господин. А пизда, ну что она, пизда. Группа «Нефть пошла» нас очень сильно порадовала. Ну, будем ждать начала выступления Мэри Брэдбери.
только что нельзя до концерта давать. Папа рыбы бабочек Алексей Рахов, пожалуйста, ему слово. Леша. Я буду радио. Ну, папа, это очень громко сказано, просто мне повезло. Когда несколько лет назад организовывали такую программу, как «Музыкальная лаборатория», где я делился своим богатым жизненным опытом с талантливыми людьми, молодыми, вот эти ребята ко мне пришли. Эти ребята очень многого достигли за это всего несколько лет. В общем-то, я уже даже не папа, они уже в свободном плавании. Это вполне состоявшийся проект, которого даже выгоняют из конкурсов, говорят, ну а что, собственно, их оценивать, это правда. Это уже состоявшийся проект, поэтому мы не будем им давать призы, потому что они слишком хороши. Ну вот, это слишком хорошая группа «Рыбы-бабочки». Их главное достоинство, может быть, не знаю, имею к этому отношение или нет, может быть, идеи летают в воздухе, то, что как бы любой стиль развивается либо глубоко внутри себя, либо черпая все то, что существует вокруг. Вот. Я вот как бы сам пользуюсь вторым путем, да, цепляя все, что мне нравится из других направлений музык, стилей, культур. И вот в данном случае «Рыбы-бабочки» тоже работают в этом направлении. Здесь максимально использование живого звука, насколько это позволяет возможность. И при этом электроника делает все то, что не может сделать уже, видимо, живой звук. Поэтому вот такой прекрасный, интересный, на мой взгляд, уникальный для Петербурга, может быть, даже для России проект. «Барокко-транс», проект. Такой стиль барокко-транс. «Рыбы-бабочки». Не знаю.